Ну что, брод протоптали чуть правей основной траектории. Сейчас маньяк готовится к старту. Маньяк, давай, потому что пленка кончается. Если заведется, то проедет. О, завелась. Блин, что-то он газует не по-детски, чтобы волной штурмана его не смыло на том берегу. Давай. Мега-маньяк, легендарный мега-маньяк Валера. Сейчас покажет вам, на что он способен. На что способен он и его, блин, красная мечта. Поплыл. Нормально. Да. Все остальные точки с той стороны. Что за ней нырять будет? Я бы сказал, работала. Еще правее, чтобы понять, где яма. Ежик начал расстегиваться, судя по всему, и одевать телефон. Вот здесь яма, он накопал здесь яму. Оливье! А вот сюда вышло, вот. Тогда ты прямо пройди сюда, на нас, а ну иди, чтобы понимать, куда колями. Давай. Нормально. Вот так вот ты не будешь.
следующий пошел. Спортейдж, штурман по-взрослому. Да нет, проблема, не включил понижайку. А воды уже, блин, Руслан. Воды уже вот так. Руслан не включил понижайку, ехал на фулл-тайме. Ну не ехал, а позорился. Виталик, все, давай прямо на меня. Так, ладно, если что, он уже, блин, поштурманит, я снимаю. Нормально. Зеленая черепаха сделала свой грант пресловут. Она сегодня разузнал, бля, какой у нее великолепный грант. Нормальный грант на понижайку включить было. То есть вот так надо ездить. С пилота, да? Ну тут машина посерьезней. Куда здесь клиент такой, что? Что она и не намокла. А кто, говорю, а у вас без шнурки? Влазик себе поставил шнурки. Правильно. Олег, отойди, видео. Всплыл. Вентилятор включай! Включай вентилятор! Давай. Олег, Олег. А сейчас, может, поедет или нет? Поедет, то поедет, хорошо. Папа, ты, наверное, ничего не утопил? Ну, вроде нет. Ты снимаешь? Да. Я думаю, что ты по той же самой траектории и потом рядышком с УАЗом выйдет. Там все мелко уже. За клык цепляй. Завелся сразу, как понял? Будто, в паре они работают. Как будто на драге человек участвует. Сейчас вот как-то нажмет газ. И в монастыре, да? Вот, вот. В паре он работает. Это только. А вы меня поснимали, нет? Нет. Да. Ну что, Паша, последний герой. Следующий. Ну вот это серьезный. Легенда. Легенда Тойоты. По прямой через яму решил. Да, это круто. Валер, привези, пожалуйста, эти. Ну вот, переправа наша закончилась. Вот эти сказочные места. Thank you.